Хейо, гей, с вами Шимки, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Трехтысячная дуэль». Играет разработчик вне попкорна. Я могу ошибаться, типа, мой английский не идеален. Игра вышла где-то в 2019 году, ближе к августу, сентябрю, где так тоже я могу ошибаться, информация не точная. Версия 1.0.0. О чем игра? А это что-то наподобие Dark Souls, даже по музыке вы слышите, такая что похожая тематика. Данную игру я давно играл, очень. Ее также снимал, как вы видите, 71 уровень. Я ее закончил играть в 20 году, 1 месяца, 17 числа. Наиграно 13 часов, но поверьте, игра прикольненькая. Почему ее не было на канале? Из-за того, что там был рассинхрон со звуком. Даже если он будет сейчас, я буду все равно вылаживать. Поэтому, сорян, если не будет совпадать мой голос, реплики какие-то с диалогами. Ну что? В принципе, думаю, новая игра. Полетели. Здесь тоже сложно. Свой сюжет, геймплей, механики. А вначале может показаться, что игра довольно неинтересная в плане изображения, то есть это все в 3D. Ну, я говорю, в нее стоит поиграть. Лес древних воспоминаний. Это тоже Metroidvania. То есть, это игра, где мы будем возвращаться в ту или иную локацию снова и снова, чтобы разблокировать то, где мы уже были, и то, что было нам недоступно. Ты вновь пришел в этот мир. Мое драгоценное дитя. Забудь темное прошлое. Лучше попробуй отыскать его корни. Не бойся, действуй. Моя благосклонность поможет тебе увидеть свой путь. Так, сразу что мы видим? Во-первых, шкалу ХП. И тут есть стамина, кажется. А, это телепорт. По звукам мы играем за девушку. Телепорты, конечно, небольшие, но... Безжизненный шепот. Это вспышка темной энергии. Я видел такую, когда был молод. Да, с нами, если что, скелеты разговаривают. Память о рывке. Если вам нужно быстро двигаться или уклониться от атаки врага, важно использовать рывок. Рывок расходует запас выносливости, желтую полоску, которая со временем восстанавливается. Пока что у нас хватает на один рывок, но нам... За них дают души, как вы видите, мало. Но я знаю примерно места, где можно фармиться. Если это вообще та игра, которую я сейчас думаю. Кажется, это она. Ага, так мы не можем запрыгнуть, я понял. Ну, пока что как-то вот так у нас идет, все плавненько. Так, старинное кольцо, осколок
Карма, осколки кармы, это по идее кажется как в Dark Souls души. Память и снаряжение. Вы можете надеть или сменить снаряжение на экране снаряжения. С трансовой по миру вы можете найти множество разных аксессуаров в виде оружия. Так, снаряжение. Сразу давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Есть какие статистики. Уровень первый, хпшка только 100. МП это у нас мана, выносливость 20, шанс крита 100%. Разведка 0. Разведка у нас отвечает за то, что по идее с какого-то шанса можно выбить с врагов предметы, но это не точно. Карма это у нас наша валюта, игровая, так сказать, для прокачки. Необходимая карма это для поднятия своего уровня. Также лиловое описание. Лиловое описание это наподобие фляг экстусов. Обычно какие-то угли, все в таком плане. Короче, это наша пополнялка хпшки. Знак заклинаний 10. А, вот это я вот не помню, но скорее всего это сколько раз мы можем использовать умение. А, знак взлома печати, это немножечко потом вы поймете, пойдет это как для древа прокачки. Параметры атака, ОЦЦ, я не знаю, что это, не помню. Вид силы, МД... Тоже пока фиг не помню. Деф, ну это защита. Стр... Подождите, вид это сила. Ну, стронг это тоже сила. Акт это умение. Ладно, атрибуты огненные, ледяные, ядовитые, тьма. А, давайте еще же дальше. Инвентарь. Осколок. Осколок кармы. Осколок содержит карму. Если его разбить... Возвращает в исходное состояние и дает немного кармы. Но это, короче, типа зелье, все такое херни. Это у нас обычные предметы, а это сюжетные предметы. Это все. Так, неизученные навыки. Во, память о навыках. Вы можете использовать найденные знаки взлома печати для изучения новых навыков, включая навыки... Служат основой для всех остальных навыков. Их можно изучить, исследуя мир. Короче, у нас их 0, как вы видите. Нам это пока неизвестно, но древо... Древо здоровое, как вы видите. Я, если не ошибаюсь, я доходил до... сюда. Так, осколки воспоминаний. Осколки воспоминаний это то, что... Обучающий и необучающим. Так, подождите, я получил колечко. Где я колечко? А, вот снаряжение. Так, сар-меч. Происхождение этого меча и его создатель неизвестны. Клинок сильно затупился. Вероятно, этому оружию немало лет. А мечом можно легко управлять одной рукой, но если состояние составляет желать лучшего. Оружие, заклинание, аксессуары. Старинное кольцо. Тонкое кольцо из серебра. Выглядит очень старым. Если его надеть, немного повышает атаку. Это у нас используемые объекты. Подожди. А, 10... Но тут, видите, хорошо то, что показывают, сколько вообще дает. Секретные стены я не помню. Кажется, они есть, как бы их и нет. Если что, я буду... О... Блин, жалко, что он только два раза атакует. Ну, а там будет много всяких улучшений. О, первая способность. Изучено ключевой навык добивания. Память о добивании. Вы получили
ману. Каждый раз, как атакуете врага, вы можете потратить запас маны, фиолетовую полоску, для добивания противника убойным ударом. Так, сразу... Навык. Позволяет проводить добивание. Вот, это вот все древо. Описания нету, да? Это у нас новый уровень, это чтобы поднять. Это прокачка. А это сохранение. Так, давайте... Так, мы можем прокачать энергию. Так, живучесть. Потратить карму, чтобы повысить живучесть. Увеличить запас здоровья, что позволяет легче переносить атаку врагов. Увеличить силу атаки, что позволяет наносить врагу больше мощные удары. Карма, чтобы увеличить запас маны, что позволяет чаще использовать добивание и повышать силу заклинаний. Увеличить выносливость, что позволяет чаще использовать рывок. Нам на самом деле желательно... А тут, подожди. Ну слушайте, на 13 повышает. Чаще использовать рывок. Ну блин, я бы на самом деле по своему опыту отдал бы все в актив. Но нам нужно, получается, где-то 150 выносливости. Ладно, давайте пока что в силу ударюсь. А во время прокачки, по идее, нам должны давать эти камешки. Да, за каждый уровень. О. А я не помню. Так, тридцаточка. Ну, смотрите, я их уже убиваю за два удара. Будет потом какое-то место. Это плохо было. Сколько там? Минус 15 только? Ау. Так, это ядовитые деревья. Это, кажется, взрывные медвежатки. Так, карта есть, карта есть. Приближать можно. Можно марки ставить. Блин, я, скорее всего, рискую. А, это порталы. Это потом. Будет лучше еще враги восстанавливаться. У каждого еще врага. Ну, у каждого оружия. И это... Я про это не помню. Что они стреляют. И да, за душами нам каждый раз нужно бегать. Я только что отбил стрелу, или мне показалось?
Ладно, лишние души не бывают. Хоп. Не, я не могу отбивать. Поверьте, рывки очень сильно нужны, очень сильно. То, что в дальнейшем они очень полезные. Минус способность. Так, руда. Неочищенная железная руда. Остырая неочищенная железная руда. Это руда в своем превозданном виде, который еще не касались руки кузнеца. Этот материал нужен для использования для усиления оружия. Блин, как я в этом давно играл, я уже на самом деле почти ничего не помню. О, да, и этот шарик нужно ломать, потому что он тоже, вам скажу, наносит много. Этот шарик много наносит. Так, мы открыли с вами сокращение пути. Сейчас как раз подниму свой уровень. И снова потратил. Давайте, наверное, сразу я прокачаю еще умение. Так, увеличить защиту. Вы получаете неуязвимость во время рывка. О, это полезная вещь. Увеличит урон добивания относительно к копьям. Увеличит урон добивания относительно к легким клинкам. Увеличит урон добивания относительно к широким мечам. Копия. Я не помню копия. Я использовал. Вот широкие мечи, кажется, да. Ладно, пускай пока что будет. Дальше будем вкачивать выносливость. Ну, выносливость, бой, сила прибавилась. Карта. А что по карте? Так, лиловое описание. Так, вы можете экипировать или менять предметы на экране снаряжения. К вашим услугам множество предметов, которые можно использовать по обстоятельству. Например, лиловое описание восстанавливает здоровье. И это главное меню. Применить R, сменить предмет, C, понятно. А вот так, если что, показываются боссы, где у нас находится босс. Ну, погнали, я думаю. Вспомнить только, что там за босс у нас. Кажется, какой-то гигант. Разжалованный всадник.
Все. У каждого босса есть вторая фаза. Так, получен древний пакт. Помните заклинание. Вы можете выбирать в умение заклинание на экране, снаряжение. Исследуйте мир, позволяя найти множество разных заклинаний. На заклинание расходуются знаки заклинаний. Знак в форме молнии. Помолвив у камня статуи, можно восстановить запас знаков заклинаний. Так, 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 так. Лиловое описание. Книга, наделенная чудотворной силой. Стоит ее открывать. Книга превращается в прах. Высвобождая заклинание внутри энергии и мгновенно исцеляет владельца. Загоревшее описание можно восстановить, помолившись перед каменной статуей. Так, снаряжение. Древний пакт. Заклинание разжалованного всадника. Шевыряет вперед камни, внутри которых заключена темная энергия. И да, как вы видите, мне много дали душ. Но здесь лучше, конечно, энергию теперь вкачивать. Типа на два рывка пока что мне есть. Два рывка мне есть. Давайте сходим в правую сторону. Что у нас там? Подожди, а что, я не сохранился? А, да, если вы не сохранили и умерли, вы босс убивайте заново. Тут тоже такая есть прикольненькая механика. Также можно узнать, хватает вам на прокачку или нет. Это по значку, который справа внизу. Когда он станет белым, тогда у вас хватает душ на прокачку. Ну а теперь я могу прокачаться, как вы видите, оно белое. Кажется, это белки-суцидники. Если что, у нас еще будут рывки вверх, рывки в бок, под углом. Когда будут у нас рывки уже в бок и под углом, поверьте, это самое такое. А заметьте, гигант не восстановился, пока мы не отдохнули у костра. И прокачки наши тоже не сохраняются, если мы сдохли, не сохранились. Зараза. Так, печать есть. Хорошо, нам только сюда. Ну, мы можем делать, типа, один босс. Воспоминания о верном поданном. Я вспоминаю одну историю. Жил когда-то военачальник, который командовал кавалерией и пользовался расположением королевской семьи. Это был могучий воин. Тяжелая булава, которая была надежно опорой трону. Простой и честный, он с трудом выражал свои чувства словами. В результате интриг одного из вассалов этого военачальника лишили королевской милости. Вскоре он был сослан на дальние рубежи королевства. Это, если что, история вот этих же боссов. Книга, 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 книга. Книга магии для начинающих. Простая книга магии. Содержит короткие заклинания для начинающих чародеев. Этот материал используется для улучшения заклинаний. Да, их можно повышать. Но я не помню самую имбову, какая там способность будет. Ну, в принципе, я думаю, на этом, ребят, типа, один босс, одна локация. Босса убиваем, заканчиваем. Поэтому давайте, я думаю, мы на этом с вами закончим. Я даже схожу, убью гиганта. Чтобы как раз еще апнуть себе немного выносливости.
И мы на этом закончим. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!